В Тюмени с 1 декабря на улице Народной на отрезке от Широтной до Федюнинского ведут одностороннее движение. По заявлению представителя управы Восточного округа, изменения повысят пропускную способность участка и безопасность движения. Водители призывают обращать внимание на знаки и указатели. И еще одно новшество для автомобилистов. 11 ноября трассу Тюмень-Тобольск перекроют для движения на трех участках. На 111 километре возле села Иркова и на 129 у Новосибирска. Селова и Чиганова. Движение будет закрыто в течение 40 минут с полуночи и с 4 утра. Аналогичные ограничения ведут ночью 12 ноября на участке у села Щербак. Это связано с работами по установке трех надземных пешеходных переходов. Каждый объект будет оборудован элементами освещения и подъемными платформами. До конца года объекты введут в эксплуатацию.